нас компания, которая состоит из трех основных компаний: проектного блока, инжинирингового блока, где работает 18 тысяч сотрудников и 4600 инженеров-проектировщиков. Поэтому все экспонаты или даже часть невозможно привести. Главный наш экспонат – это возможность посмотреть 3D, в 3D саму атомную станцию, любые объекты, в том числе реакторную установку, и побывать в любой точке атомной станции в виртуальном режиме, в режиме 3D, почувствовать себя именно в сердце атомной станции, в сердце ядерного острова. Как всегда, тренды разные, у каждой страны он свой. Кто-то развивает ветряную энергетику, солнечную энергетику. У нас в корпорации есть специальный слайд, который говорит стоимость производства электроэнергии и атомной и в сравнении с другими производствами. Она пока наиболее экономически выгодна с точки зрения безопасности и с точки зрения экологии. Она тоже не менее выгодна, чем все другие. Поэтому всем рекомендую строить атомные станции. Это площадка для встреч тех, кто желает предложить свои работы, услуги, свои изделия и провести переговоры. Я думаю, что переговоры и личные встречи – это больше значит, чем сами экспонаты. И они обеспечат потом продвижение уже работ, услуг и все другое движение. Это изменение мнения людей, что делается в этой отрасли. Потому что люди не знают. Все специалисты, они понимают, что происходит. Я имею в виду о гражданах разных стран, жителях планеты, которые не знают, что происходит в этой отрасли. Благодаря этой выставке, и вам в том числе, люди узнают и понимают, что это правильно или неправильно, могут выбрать. Третий Белорусский энергетический и экологический форум. Международная выставка Energy Expo. С 9 по 12 октября. Футбольный манеж.